Всем привет, с вами Нильфгорн, Grow Home, игра о роботах, которые хотят спасти свою планету, добыв инопланетское растение. Я закончил на этом островке, и, кстати, мне единственное не понравилось, что я вот загрузился, и мир как бы он обновился, то есть он остался таким, которым я начал. То есть вот, по крайней мере, завалы, которые я разбирал, они... Ну, как сказать, они собрались обратно в кучку. Ладно, давайте поползли на следующий стебель. Я решил не... Не лазить тут, так сказать, много, да, и искать еще какие-то кристаллы. Единственное, что я сделал, ну, там было предположение, и я его тоже высказал в предыдущей серии, что овечку надо было притащить к своим собратьям, но я привел, ничего не произошло, так что я даже этого показывать не буду. Так, ух ты, а здесь, оказывается, островок какой-то, может быть, туда как-то... Оп-оп-оп, сейчас, оп-оп-оп, держись. По стеблям еще тоже нужно уметь ходить. Так. Что-то ничего не происходит. Поехали. Ой, вот. Смотрите, а сейчас произошло. Ну давайте. Тут еще надо управлять, честно говоря. То есть нужно управлять этим стеблем. То есть я вверх-вниз управлял. И, пожалуйста, так сказать, чуть повыше залез, чем он. Я так понимаю, тут можно еще и промахнуться, что ли? Надо будет поэкспериментировать, так сказать, направить стебли в необычное место или русло. Также я очень рад, что, конечно, игрушка вам понравилась. Моя прелесть. Отлично. Оторвали. Надо посмотреть теперь. Так. Вокруг этого острова, потому что очень важно, конечно, оглядеть все. Ой. Чуть не упал. Оглядеть, конечно, надо очень все, потому что вдруг там где-нибудь с краешка какая-нибудь пещерка. Может быть, еще что-нибудь интересненькое будет, да? А я мимо этого пройду. Это не очень хорошо и не очень приятно будет. Но вроде бы ничего нет. Единственное, я вот вижу вот сейчас, вот, что на самой высоте есть, вот, так сказать, вот эта Wi-Fi точка, на которой можно сохраниться. Так что, то есть, если... Оп, полетели! То есть, если я в следующий раз начну загружаться... Оп, цепанулись. Начну загружаться, и я появлюсь... Ну, если я сохранюсь на этой точке, я появлюсь именно на ней. Так что ее нужно зацепить. Полезли. Ай. Давай. Так. Игрушка, кстати, появилась на рутрекере. То есть, в торрентах можете ее спокойно... Сейчас мы... Уа-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 
нужно. Оп, оп. Оп, отцепляем. То есть можете просто набрать, скачать Grow Home Torrent, и вас направят на RootRacker. По-любому вы найдете. Залезем, пощупаем. Ой, 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 я телепорт нажал. Опять телепорт нажал. Не то жму на самом деле. Так, мне нужно вот сюда вот, наверх. Похоже, ничего не тратится за телепорт. Так что нормально, все путем. Я уверен, что надо будет возвращаться. Ну, не знаю, может быть, добывать заново кристаллы, которые я, допустим, не додобыл, или еще что-нибудь. Оп. По-любому придется возвращаться. Телепорта не просто. А может быть, какие-нибудь растения потом надо будет добывать, или еще что-нибудь. Ну, причин возврата может быть миллион на самом деле. Так, ну, как-то я тут больше не вижу кристаллов никаких. What?
все перепрыгнули. То есть больше вроде бы тут ничего нету на этом островке. Единственное, знаете, у меня какие варианты? То, что вон тот стебель вот внизу, я пальцем сейчас показывал зачем-то, вон тот стебель внизу, его нужно бы направить вот сюда. А вот само растение, ну интересно, оно как вот будет расти, ну если оно будет расти, оно будет расти куда-то, ну вот сразу туда. То есть понимаете мою мысль? Давайте попробуем. Посмотрим, как это вообще все происходит. Попробуем вырасти самый большой стебель. Так сказать. Во, вот здесь даже восклицательно. Дайте голова. Чего? Grab and flower, shot and connect to energy rock. А, надо обязательно все ли... стебли как бы подсоединить, чтобы был, ну, как бы растение, чтобы нормально, в общем, было оно укрепило. Блин. А, тут два стебля, вообще отлично. Просто шикарно, то есть всем хватит. Так. Вот как раз, мне кажется, сейчас мы и попробуем с вами. Куда? В другую сторону. Ой, что-то вообще получилось не то. Растение куда-то не туда выросло, блин. Или оно само растет? Я до сих пор не понял. Блин, все, я упал. И почему? Я знаю, почему меня как бы скинуло, потому что я не держался, ребят. Я начал куда-то смотреть, и зачем-то вообще какая-то ерунда получилась. Мамочка, что там навыращивал сейчас? Ужас какой-нибудь, наверное. А нет. Что-то куда-то непонятно, на самом деле, оно выросло. И что-то вообще очень странно. Так. А, смотрите. Оно выросло и дало еще саженцы. Так что, в принципе, это неплохо. Это как бы очень даже неплохо, я так понял. Может быть, так и должно быть. Может быть, они так и должны расти. Смотрите, если держать руку на самом дальнем моменте, то есть он тянется, он не сразу падает. Он немножечко забирает все-таки, помогает ногами. То есть, если мы просто вперед будем идти, он в любом случае начнет падать. Ну-ка, мы сейчас пробежимся по этому стеблю. Смотрите, сколько там отростков. О, господи. Давай. What? Ну ладно, это немножко большие глюки появления стеблей, это нормально как бы. Отлично, я прям вижу вот. Давайте вот этим стеблем попробуем воспользоваться и направить его в нужное мне русло, так сказать. Если он вырастет. Во-во-во-во-во, все, научился, надо ВСД управлять. Бабах, присоединись, отлично, мне нравится. Старт. Что-то какой-то звук был ужасненький, я бы даже сказал. Но это, наверное, типа укрепляется главный стебель, звук укрепления главного стебля. Это очень хорошо. Так, побольше кристалличков. Но сначала мы... Надо выдернуть цветок. Все, вроде бы выдернул каким-то образом непонятным. Так, сейчас проапгрейдится что-то. О, джетпак появился, отлично. То есть ранец у меня проапгрейдился, и я теперь немножечко летать могу. Это круто, это хорошо, это радует, ладно. Самое радует, что вот эти вот апгрейды, они как раз-таки, ну, видите, интересные. То есть, как-то модернизируется наш робот. Так, я вот вижу там вот растение небольшое. Так. Вот. Полетели. Я вот в этот вот стебель хочу, с того вот красненького стебля.
Ух ты! Листок упал. С листками тоже, что ли, что-то можно делать, мутить? Может быть, это лодка? Ну, по крайней мере, у меня вот такие возникают моменты, что, ну, как стебель можно использовать. Как парашют и как лодку. Так. Сейчас мы закрепимся. Держись, держись, держись. 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 Давай, расти, расти, расти. Вгрызайся. Вот так вот. О, боже мой. О, боже мой. Главный стебель начал расти, собственно. Сами все видите. И, пожалуйста, большое растение. Оно отлично. Все, я... О, держись. Так. Ай. Уа, падаем. Уа. По-моему, я развалился, да. Вот я и умер первый раз. Будем иметь в виду, что, конечно же, в воде он просто разваливается. Наш. Так, ладно. Мне нужно... Куда-то я там... Вот, мне туда вот нужно. Блин, довольно далеко. Ранец, он, в общем, работает как... А, ну вот, еще энергии его видно. То есть, как... Не джетпак, ну то есть на нем летать не получится, ну а как просто немножечко и можно будет управлять направлением персонажа, так сказать, при падении, при полете. То есть как вот на Луне есть же, то есть немножко гравитация небольшая, поэтому он как так плавно это все делает. Так, то есть ну вот такие вот, прыжок, к примеру. Оп, как я быстро это все проделал. Прям скалолаза-паркурщик какой-то робот получается. Так. А что я сюда пришел? Здесь ни кристаллов, ничего нету. Странно. Очень странно. А, вот кристалл один. Есть. Ну ладно. Только вот не верится мне, что он один. Держись! Есть. Ну все, я в принципе больше звуков не слышал, чтобы еще кристаллы какие-то были. Ладно, учтем. Учтем, давайте пойдем на главный остров, на который я дорылся. Ну, не знаю, как это правильно сказать. Вырос до него, да? Смотрите, маленькие какие-то островки там. Ай-ай-ай. Что такое-то не цепляется? Я только отвлекаюсь, он сразу начинает... Он сразу хочет падать куда-то. Не-не-не, не цветок. Давай, вот сюда вот, вот сюда вот. Давай сначала залезем, а потом уже... Оп-оп-оп, спокойно, спокойно. Спокойно. С листками я пока не буду экспериментировать. Я сделаю это за кадром, потому что я боюсь, что я сейчас опять упаду, и ничего хорошего от этого не выйдет. Вот. Нет-нет-нет, что-то странно. А. Похоже, ранец работает не по направлению, как я хочу, не от кнопок, а то есть куда он как бы повернут, туда он пшикает, и туда меня как бы и ведет моего персонажа. Ва, много кристаллов, я иду к вам, золо. Мне сразу такие горящие глаза, робот такой, кристалл. Ну кристалл это же не цель. Цель именно вырастить растение. Кристаллы это всего лишь апгрейды моего робота. Так что их в принципе даже не обязательно собирать, ну как бы в сумме-то. Но сами понимаете. Хотелось бы открыть все фишки этого робота, потому что интересно, может быть, он в конце какой-нибудь трансформер получится. Оптимус Прайм. Уа! Спокойно. Ух, грохот-то. А, потому что здесь фонтан. Так, давайте немножечко увеличим. Ну, как сказать, обзор, потому что, как вот я уже видите, вот там вот нашел вот какой-то приступ с другой стороны. Вот здесь чуть выше нашел уже пещерку. Я в любом, конечно, случае сюда добрался. Но все-таки факт остается фактом, что там какая-то сине-зеленая вода. Это же много, блин, лазить-то приходится.
Прям реально же скалолаз. Очень классно. Блин, многим играм за такую вот идею можно, ну как сказать, за такую идею можно цепляться и на этом делать очень хорошие, интересные игры, честно говоря. Ну вот на мой взгляд. Единственный минус, ну на мой взгляд, этой игры, это то, что она не дешевая. Она сделали они как-то зачем-то странно. Ой, у меня какое-то открылось новое. Ой, привет, чувачок. Пошли со мной. Пошли. Пошли, я тебе сейчас жертву принесу. Пойдем со мной, я тебе покажу. Свет, чувак, свет покажу я тебе. Сейчас мы научимся летать с тобой. Давай, голос мол не грохнется. Давай. Я не знаю, что там с ней стало, по-моему, она развалилась просто. Достижение я получил, что я нашел куропаточек. Это же вроде бы не куропатка, это же животное, которое было раньше давным-давно, ну как сказать, на земле, то есть, и оно вымерло просто, вот так вот. Как-то оно там даже называлось, и даже пару фильмов о нем есть. Так, ну что здесь? Здесь у нас куча всяческих кристаллов, которые нужно собирать, а вот это что за растение, может быть, на нем как-то ведь прыгать? О-о-о! Прикольно! То есть это не просто растение, это... О-о-о-о. Как видите, это как этот, ну, как бы это правильно сказать. Воздушная труба же есть такое... развлечение такое. То есть мы заходим туда, внизу мощный вентилятор стоит, который дает воздух вверх, и мы как бы парим на нем. Вот то же самое получается, только... Скорость, ну как-то не слишком много он давал-то мощности. Так, ладно. Мы сейчас походим, посмотрим. Так, выход из пещеры какой-то еще один. Оп. Надо учиться с ранцем вот с этим работать. То есть, скорее всего, как-то можно, ну, ускорять подъемы. Ну вот, сейчас мы вот так вот. Оп. Видите уже, как я. По-крутому-то просто. Даже одной рукой держусь, такой, второй рукой цепляю, такой. Оп. Сейчас мы еще подобное проделаем. Я красавчик просто. Кончился энергия, держись! А, есть. Все нормально. Все путем. Мне игра нравится. Блин, мультиплеер. Этой игре нужен мультиплеер. Просто вот прям вообще. Потому что, ну представляете, вот это все вы делаете вдвоем, втроем. Там. Это же вообще классно. Это просто такие паркурные такие. Ну-ка давай. Нет, я думал, может быть... Ну, на нем как-то, на этом цветке можно подлететь, то есть, ну, и ускорение я больше, больше у меня будет ускорение. Нет, ничего такого я не заметил. Ладно, пойдемте на выход из пещеры. Хотя я слышу здесь звуки, и вот не пойму. А может быть его можно... Нет, куда-то под... Ой. Непонятные звуки, в общем... Вылазим из пещеры. Вот я с того края хочу вылезти, посмотреть. А, вот еще кристалл. Надо, значит, посмотреть с других ракурсов немножко. Тут, кстати, и я смотрю не только кристалл, тут еще и какой-то выход, но немножко в другое место. Так, спокойненько. Ну, вроде бы больше нету кристаллов. Не хотелось бы, конечно, упускать. Кристальчики, блин, классно. Мне очень нравится игрушка. Редко бывает таких вот игр, которые они или ой. Вы только тоже не могу, что ли, да? Ой, дайте пройти. Ой, я не знаю как, но я протиснулся.
Я не знаю, как это у меня получилось, но я как-то протиснулся между камнем и стеной. Похоже, у меня не настолько квадратная голова, чтобы... Ох, классно, а вид-то какой, блин. Очень классная игрушка. Как видите, теперь не хватает времени буквально проходить весь остров. Я даже не знаю, как дальше снимать, если, конечно же, вам понравится, и вы наберете 30 лайков, и будет следующая серия этого, как закон. А вот как снимать дальше, продолжать с этого же места, исследуя этот же остров, или переходить на другой остров, я даже не знаю, честно говоря. Ой-ой-ой. Поэтому дилемма есть, я подумаю, конечно. Ой, прошу прощения, чихнул. Ой, прошу прощения. Я подумаю, конечно, как лучше сделать. Ну и посмотрим. Если, конечно, вы наберете 30 лайков. Так, внизу тут нету никаких кристаллов. Вон, я вижу, торчит кристалл. Вон, внизу. Внизу. Все, надо туда бежать. Это хочешь, не хочешь, а этот кристалл должен быть моим. Ну вот, давайте на этот как раз уступчик еще слетаем, посмотрим, потому что он сам внизу. И в любом случае мне пришлось бы на него. Так. Но тут, похоже, ничего нет. Я даже не слышу никаких звуков. А, вот зато я вижу отсюда кристалла. Вот это самое главное. Ладно, я полез. Буду с вами прощаться и лезть. Здесь такие моменты я уже постараюсь за кадром, конечно. То есть облазить все. Все такие вот, ну, как бы это... Неинтересные, мне кажется, моменты. То есть немножко... Хотя, знаете, честно говоря, тоже даже вот это. Это вот скалолазание, оно тоже очень прикольно. Подписывайтесь на мой канал, если вы впервые. Ставьте лайки и смотрите другие видео. Блин, я не знаю, куда я ползу. Вот это вот. А, можно же вот так вот сделать. Все. Ставьте лайки, если. Если вам понравилось, сейчас. Ну давай. Ой. Прикиньте, его надо расшатывать, чтобы, ну то есть, он не хочет передвигать лапами. Вот сразу. Какая. Присоединяйтесь к моей группе ВКонтакте, она начинает развиваться, ну потихонечку, но. Уа. Падаю, блин. Блин, цветочек сейчас кончится. Нет. Вот это жесть. Вот это сейчас была жесть. Чуть не грохнулся в самый низ. Ну, с вас лайки. С вами был Нильфгорн. Всем всего хорошего. Пока.